Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я решила с вами готовить салат шедевр. Это универсально, который можно подавать горячим, холодным, можно подавать как закуску. Нам всего понадобится 5 ингредиентов. И у нас получается вкусный салат на пятерку, девочки. Всего что нужно? Лук, курица, грибы, майонез и масло. Раз-два, салат готов. Девочки, пожарила лук, добавила грибы. Вы посмотрите, какое чудо у меня получилось. Теперь здесь мы добавляем майонез. Будем хорошо размешать. Пока я это снимала рецепт, все избежали. Бабушка, хотим салат. Запах уже весь тот. Ну что, теперь что надо делать? Включаем свою фантазию. Можно с этим готовить несколько разных видов блюдца. Сейчас я по одной вам покажу. Смотрите, девочки, это можно и горячим, и холодным подать, девочки. Это раз. Смотрите, какая красота. А вот это второй уже, посмотрите, из одного салата. Вот так берешь и кушаешь, ну, здоровенько. А какой она вкусная. Все, вторая позиция тоже готова. Берем обычный лаваш, девочки мои. Вот это делали уголок. Вот сюда вставляем, вот делаем вот это уголок. Чтобы она была удобна. Открываем как конвертик. Видите, топтали чуть-чуть. Вот так. Берем этот угол, вот идет туда. Смотрите. Это можно жарить, можно просто так кушать. Это у нас третье. Берем блинчик, берем шедевр, вот, вот так сделаем, вот. Смотрите, какая красота. Его можно и жарить, можно и так кушать. Мои дети уже много покушали, внуки. Вот, пожалуйста. Девочки мои, за 40 минут вы смотрите, как я готовила. И сколько готовила. Дети столько поели, не дали мне жарить. Это тоже можно жарить, это тоже можно жарить. Это салат на горячий, на холодный. А это прям берешь, и закуска уже готова. Еще и можно жюле делать, сыр наверху сыпать, также и духовку положить. Так что из ничего делали чего. Готовим с любовью, дорогие мои. Все для вас. Я вас люблю.